Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Як підтримувати імунітет навесні? Сьогодні корисні поради та необхідну інформацію будемо дізнаватися від нашої гості. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» директорка Дніпропетровського лікарсько-фізкультурного диспансеру Лідія Дукач. Я вас вітаю в нашому прес-центрі. Пані Лідія, що взагалі необхідно знати про імунітет навесні? Як сезонні особливості на нього впливають? Добрий день, Аня. Добрый день, уважаемые зрители. Весна – это действительно время, которое очень иногда и хорошо, иногда не очень хорошо влияет на организм человека. Весной мы расцветаем, начинается новый сезон теплого лета, и поэтому хочется быть активным и хорошим, и красивым. Но не всегда это получается, потому что, к сожалению, на весну припадает как раз тот период года, когда мы употребляем не совсем свежие продукты, и в организме ощущается недостаток некоторых веществ, которые очень сильно влияют на наше внутреннее состояние. Одним из важных показателей нашего внутреннего состояния, или, как говорят врачи, гомеостаза, то есть полного баланса всех ферментных систем, всех процессов, происходящих в организме, так, чтобы мы не болели, это состояние гомеостаза поддерживает очень часто и в большей мере иммунная система. И вот, к сожалению, к весне иммунная система уже испытывает некоторый дефицит тех веществ, в которых она постоянно нуждается. Иммунная система – это огромная система как клеток, так и молекул, и ферментов в нашем организме, которые помогают нам сохранить внутреннюю среду, свой гомеостаз. И от внешних агентов, скажем, от влияния избыточного холода или избыточной жары, от влияния токсических веществ, от влияния бактерий или вирусов. И для этого применяется в нашем организме есть различные уровни иммунного ответа. Есть так называемый клеточный иммунитет и есть так называемый гуморальный или кровяной иммунитет. Вот в кровяном иммунитете выделяются антитела, которые блокируют вещества, попадающие в кровь, чужеродные нашему организму или способные вызвать заболевания в нашем организме. Антитела – это комплекс белковых и углеводных молекул, которые не являются клеткой, а это просто такой вот комплекс. Подходя к чужеродному агенту, они его нейтрализуют и выводят из организма. И есть клеточный иммунитет, в котором принимают участие клетки крови и клетки некоторых органов, которые поглощают в себя чужеродные агенты, поглощают в себя вирусы, бактерии, токсические вещества, переваривают их внутри своей клетки и уже таком токсические обезвреженные вещества выделяют обратно для того, чтобы они были удалены из нашего организма. Так вот, смотрите, сколько много уровней есть. Молекулы, есть молекулярные системы, есть ферментные системы и сами клетки, которые отвечают за иммунитет. Конечно же, для их воспроизводства, для их продукции в нашем организме нужны очень и многие, очень и очень многие химические вещества, которые, к сожалению, могут не накапливаться в нашем организме. В частности, к ним относятся витамины. Вот очень многие говорят, что весной нужно употреблять витамины, и это правда. Потому что в природе человек потребляет витамины из тех свежих овощей, фруктов, из свежих продуктов питания, которые находятся в свежем виде, которые сорваны, скошены, переработаны, но не больше 3 суток. Все, что остальное дальше хранится, приводит к изменению этих витаминов, потому что чаще всего витамины – это химически активные вещества, которые постоянно жаждут вступить в какую-то реакцию. В реакцию с кислотами или в реакцию со щелочами, в реакцию с другими металлами или в реакцию с полимерами. То есть это химически активные молекулы. Они нам нужны для того, чтобы стимулировать наши внутренние процессы биохимические. И когда их не хватает, то эти внутренние биохимические процессы идут очень медленно. И организм может не успеть дать хороший ответ на внедрение чужеродного агента в свою среду. В частности, скажем сейчас, как вирус ковида. Поэтому целесообразно весной употреблять дополнительно фармакологические витамины. Но здесь палка о двух концах. Злоупотреблять такими препаратами не следует, потому что есть состояние гиповитаминоза, когда не хватает витаминов организму человека, и есть состояние гипервитаминоза, когда избыток витаминов. Организм берет витаминов ровно столько, сколько ему необходимо для протекания нормального всех биохимических реакций, в которых участвует этот витамин. Скажем, витамины группы В, витамины группы очень много во многих тканях организма нужны, витамин D, витамин Е, витамин А. Но его организм берет из продуктов питания ровно столько, сколько ему нужно здесь и сейчас, в ожидании того, что они поступят с продуктами питания в ближайшем будущем, через 2-3 часа.
Если мы употребляем таблетки, то некоторые говорят, а почему нельзя принять сразу 4 или 5 таблеток? От того, что вы примете много витаминов, они будут депонироваться, к сожалению, не там, запасаться в нашем организме, не там, где они нужны. Есть такое понятие, как жирорастворимые витамины. Они запасаются в жировой ткани. И бывают случаи, когда... Вот у нас была одна футбольная команда, которая для того, чтобы весной употреблять много витаминов А, но натурального происхождения, пили каждый день морковный сок. По 3 стакана. Один стакан за завтраком, один в обед, один за ужином. И они через 2 недели пожелтели. Потому что витамин А, жирорастворимый витамин, имеющий оранжевую окраску, и он, запасаясь в жировой ткани, в подкожной жировой клетчатке, придал телу вот такой оранжевый оттенок. Он был не израсходован, и организм его вынужден был запасать. Поэтому гипервитаминоз также неприятное состояние для организма, как и гиповитаминоз. И если есть инструкция к употреблению витаминов, то нужно ее соблюдать очень строго. Дякую. А от ми говоримо про те, що для про підтримування та зміцнення імунітету існує дуже багато міфів. От ви говорите, там хтось лікується якимись народними методами, підтримує от імунітет. Які от з цих міфів найрозповсюдженіші і чи варто їм довіряти? Ну, самый большой миф использования поддержки иммунитета – это употребление иммуностимулирующих препаратов тогда, когда они не нужны. Потому что стимуляция иммунного ответа, искусственная стимуляция иммунного ответа без наличия какого-то чужеродного агента в организме вызывает угасание реакции иммунной системы. Ну, если проще говоря, то можно себе представить такую ситуацию, когда у вас есть большая армия, которая готова любую секунду выскочить на оборону вашего городка. И вот периодически кто-то бросает камень в ворота, и выскакивает вся армия. Раз выскочила, никого нету. Два выскочила, никого нету. В третий раз уже не выскакивает. А в это время пришел враг. Поэтому очень большое количество иммуномодуляторов, которые продаются в аптеках и активно рекламируются в нашей прессе, на телевидении, они не нужны нашему организму. Организм закаливается тогда, когда он встречается напрямую с контрагентом, когда он встречается с тем веществом, которое нам не нужно. Только тогда происходит выработка естественного природного иммунологического ответа. Потому что весь иммунитет есть как врожденный. Вот мы уже с вами говорили, что человек не реагирует на многие заболевания животных, птиц, заболевания окружающего нас мира, а реагирует только на те, которые свойственны именно человеческому организму. И есть иммунитет, который приобретенный, он приобретается путем запоминания иммунного ответа каждому конкретному биологическому существу, бактерии или вирусу, или какой-то химической молекуле. Сохраняется клон клеток, который передает эту память друг другу на всю оставшуюся жизнь. Скажем, как была побеждена оспа. У нас у всех циркулируют, привитых от оспы в детстве, циркулирует клон клеток, которые тут же узнают при внедрении вируса оспы в наш организм и уничтожат его. То есть накапливающаяся такая память в крови. Если не будет внедрения чужеродного агента в организм, не появятся антитела, не появится иммунный ответ и не появится памяти на реакцию на этот чужеродный агент. Поэтому употребление разных настоек, трав, сосательных конфет – чего угодно, повышающего иммунитет, оно не имеет практически никакого значения. А от ви говорили попереднє питання про гіповітаміноз та гіпервітаміноз, вживання вітамінів саме от таких таблетованих. За допомогою харчування виключно можна підвищити цей рівень вітамінів? Або потрібно все ж таки от пити, купувати в аптеці конкретні якісь вітаміни? Летом полностью мы покрываем, вот уже когда начинаются свежие, выращенные, особенно в земле, так называемые органические продукты питания, они содержат большое количество всех необходимых нам витаминов. Поэтому летом нам, как говорится, меньше нужны витамины искусственного происхождения. Летом много солнца, вырабатывается витамин D в организме естественным путем. Световой день длинный, вырабатываются молекулы, которые улучшают наше настроение шишковидной железой и витимусом в нашем теле. И получается свежее питание, овощи, фрукты, которых мы употребляем много, потому что они свежие и вкусные. Поэтому нам этого достаточно. Но весной, когда продукты уже хранятся несколько месяцев, количество и качество витаминов в них падает. Поэтому весной имеет целесообразность пропить хотя бы месячный курс аптечных витаминов.
Ви вже говорили про імуномодулятори, з яких ми от дуже часто чуємо про них і в рекламі, на телебаченні. І окрім цього, теж досить часто в рекламі ми чуємо, що якісь йогурти або інші мультивітамінні добавки зміцнюють імунітет, їх корисно пити, от особливо у такий період, навесні. Чи дійсно вони так працюють? Дійсно, вони працюють, працюють дуже добре. Если взять все органы, отвечающие за иммунитет в нашем организме, то их можно разделить на две большие группы. Есть центральные органы, отвечающие за выработку иммунитета, и периферические. К центральным относятся красный кровяной мозг и тимус. В красном кровяном мозге есть стволовые клетки, вырабатывающие вообще все клетки, необходимые в крови и в нашем человеческом организме. А в тимусе происходит выработка определенных видов лейкоцитов, которые и играет очень важную роль в иммунном ответе. Но есть и периферические органы лимфатической системы, которые имеют очень важный ответ на реакцию организма в каждом отдельном органе. И в частности, в кишечнике, особенно в толстом кишечнике, есть скопление лимфоидной ткани, которая называется пиеровые бляшки, в которых находится большое количество лейкоцитов. Мы с вами едим нестерильную пищу. В наш организм вместе с пищей попадает очень-очень много бактерий и очень много других и химических веществ, и вирусов. Но мы не болеем благодаря тому, что у нас в кишечнике есть местный иммунитет. У нас есть местные клетки, отвечающие за иммунитет в мозге, есть клетки, отвечающие за иммунитет в легких, в мочевыводящей системе. Особенно их большое количество в кишечнике, потому что длина кишечника 13 метров у каждого человека. Представьте себе, на каждом квадратном миллиметре есть какие-то вещества, которые противодействуют проникновению в организм чужеродных веществ. Так вот, когда биоциноз толстого кишечника, а мы все знаем, что в толстом кишечнике у нас находятся бактерии, которые нам очень необходимы, они там живут, их больше 10 видов. Но самое главное из них – это лактобактерии, бифидумбактерии, колибактерии. Их симбиоз помогает нам получить внутренние витамины от этих бактерий, и они помогают нам переваривать пищу. Мы, как сказать, дружно живем с этими бактериями. И когда эти бактерии не болеют, когда они хорошо питаются, они выделяют много витаминов группы В, и у нас организм здоров. И вот этот вот симбиоз бактерий, который там находится, должны быть в определенной пропорции. Очень часто эта пропорция нарушается, потому что горожане любят употреблять пищу не совсем разнообразную, скажем, как она получается в сельской местности. Кто-то любит больше белковое питание, так называемые мясоеды, кто-то полностью удаляет мясо из своего организма, ест только вегетарианскую пищу, только растительную. Это приводит к дисбалансу определенных видов бактерий. Поэтому употребление йогуртов, где есть живые бактерии, является действительно хорошим методом профилактики иммунитета и работы толстого кишечника. Дякую за відповідь. Ви вже, до речі, сказали за місцевий імунітет в нашому організмі, в наших органах. Чому лікарі говорять, що наш мозок теж має імунітет і як він працює? От є такі спеціальні клітки в нашому організмі, які називаються моноцити. Вы, наверное, когда обращали внимание, что делаете анализ крови, общий анализ крови, там большая так называемая лейкоцитарная формула. Там есть лейкоциты, лимфоциты, моноциты, базофилы, эозинофилы, разные-разные названия клеток. И каждая из этих видов клеток имеет свою роль в иммунном ответе. Не зря врачи так настаивают всегда, чтобы посмотреть вашу кровь, чтобы посмотреть, насколько ваш организм сопротивляется вредному воздействию окружающей среды. И по тому, как оценить соотношение этих, количества всех этих клеток, мы можем сказать, на что сейчас имеется напряжение в организме человека. Так вот, среди моноцитов, клетки моноцитов могут из крови выходить в разные органы и называются по-разному в этих органах. Клетки-моноциты, они поглощают внутрь себя, как бы съедают чужеродный агент, бактерию, вирус, токсическое вещество, переваривают его внутри себя, потом сами разрушаются и превращаются в так называемый гной или вещество, которое потом выводится из нашего организма. И вот эти моноциты, которые проникли в ткань мозга, они находятся в так называемой строме мозга. Все клетки мозга, они как бы сидят на очень древнем образовании, которое называется глиальная ткань, как почечки насажены на эту ткань, и они поэтому имеют определенную структуру мозга благодаря этой ткани. И вот моноциты, находясь в глиальной ткани, являются глиоцитами, и они способны поддерживать местный иммунитет в головном мозге.
о мозге, красном кровяном мозге, который находится в трубчатых костях, я уже вам говорила, там находятся самые очень важные клетки, которые омолаживают наш организм, являются прародителями всех клеток, это стволовые клетки. Розкажіть же ж, які існують способи для підтримки та зміцнення імунітету? Самые лучшие способы поддержки и укрепления иммунитета – это естественные способы. Вот если организм человека иногда подвергать естественным испытаниям, то в нем включаются различные виды ответов. Какие у нас могут быть естественные испытания? Это испытания температурой, испытания световым временем, испытания различными продуктами питания, которые нам не совсем свойственны. Вот я знаю, что есть сейчас течение среди молодых мам, которые ограничивают детей от употребления каких-то продуктов. Это не совсем верно. Потому что ребенок должен попробовать различные продукты для того, чтобы запустить иммунную систему в своем организме. Может быть, он должен съесть что-то горькое, острое, жареное, соленое, по чуть-чуточку. Это не навредит здоровью, но иммунный ответ запустится, и организм ребенка запомнит это вещество и будет его воспринимать как нормальное. Потому что если иммунная система поломается, она потом некоторые свои же вещества из своего организма воспринимает как чужеродные, и появилась у нас целая такая большая группа заболеваний, которая называется аутоиммунные заболевания. Когда свой иммунитет воспринимает свои же белки как чужеродные и начинает с ними бороться. Это очень часто бывает с хрящевой тканью, поэтому бывает чаще всего встречаются аутоиммунные заболевания суставов. К аутоиммунным заболеваниям относятся системная красная волчанка, некоторые виды ревматизма, потому что организм сам в себе поддерживает воспаление. А вещества, которые… Вот вернемся к нашему закаливанию. Я хочу остановиться особенно на закаливании. Это очень хороший вид испытания и укрепления иммунитета для нашего организма. В частности, это закаливание может быть как водой, различные виды моржевания или обливания водой, и закаливание путем изменения температуры при ежедневных купаниях. Если вы принимаете каждый день душ, заканчивайте душ холодным обливанием. Это вызывает большое похолодание внешних покровов человека, кожи, и это вызывает местный иммунный ответ со стороны сосудов. В сосудах кожи у нас содержатся многие вещества, которые вызывают спазм, а затем расширение кожных сосудов и сосудов внутренних органов. Происходит такая естественная тренировка сосудов. Это препятствует образованию бляшек в этих сосудах, укрепляет стенку сосудов, препятствует их порозности, возникновению отеков. Это очень хорошо укрепляет организм человека. Кроме того, физическая нагрузка хорошо вызывает иммунный ответ и укрепляет иммунную систему. Потому что при физической нагрузке образуются естественные продукты распада в организме, которые организм должен узнавать и удалять из себя. И, в общем-то, природно для человека делать мышечную работу. Я, по-моему, уже один раз рассказывала, но и сейчас хочу повториться, что я видела научную работу, которая говорит, что англичане проводили исследование, что до 1895 года процент мышечной работы в жизни каждого человека составлял 95%. И только на 5% используется труд животных, в частности лошадей, и какие-то механизмы. А теперь у современного человека мышечная работа в его повседневной деятельности составляет от 3 до 7%. А сформировались мы как мышечные люди. Количество мышечной ткани у нас очень большое. Вот это бездействие мышечной ткани вызывает различные заболевания, в том числе отклонение в деятельности иммунной системы. Кроме такого закаливания, еще есть закаливание, кроме закаливания, еще иммунный ответ поддерживается путем принимания различных фиточаев. Это растительная пища, которую приспособлен организм человека, потому что человек стал мясоедом буквально последние где-то 80-100 тысяч лет, а до этого человек был вегетарианцем. И весь наш организм больше приспособлен к реакции на растительную пищу. И уже и люди себя и лечили растениями. Правильно подобранные фиточаи помогают поддержать состояние организма человека в нужной кондиции и состояние иммунной системы. Дякую за відповідь. І так, підсумовуючи швиденько, чого ж категорично не можна робити, якщо ви вирішили зміцнювати свій імунітет? Самое первое, что нельзя категорически делать, это резко начинать укреплять иммунитет. Начинать закаливание с низких температур и длительное время пребывания в низких температурах. Опиваться чаями, ходить
раздетым, если вы к этому не готовы. Нельзя. Нужно все делать постепенно. Иммунная система – медленно реагирующая система в нашем организме, и ее нужно приучить к закаливанию. Поэтому начинаем с короткого времени и короткого воздействия, и постепенно-постепенно увеличивая. Если вы хотите заняться закаливанием, укрепить свой организм с помощью закаливания, а это идеальный метод, потому что древние люди ходили в основном раздетые и в жару, и в холод, и это способствовало укреплению иммунной системы, то нужно лучше всего начинать закаляться летом, проще всего не вытираться после холодного душа. И таким образом вы к зиме уже подготовите свой организм к иммунному ответу хорошему, достаточному для того, чтобы не заболеть в течение зимнего времени. Що ж, я вдячна вам за відповіді. Дуже корисна прес-конференція. Сьогодні говорили про те, як підтримувати імунітет навесні. Відповідала на всі наші запитання наша гостя, пані директор Дніпропетровського лікарсько-фізкультурного диспансеру Лідія Дукач. Ще раз вдячні вам за наше спілкування. Ну а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!